Брейкданс на спад пошел, именно рэп, например, как-то он начал наоборот развиваться, наверное, вот с этого момента. С 85 года по 90 год можно характеризовать это как первую волну хип-хоп культуры в России и на территориях бывших республик Советского Союза. Когда в конце 80-х годов произошла перестройка, произошли глобальные реформы, то это очень начало сказываться и на населении, и на экономическом положении людей, и на политической арене между республиками. Соответственно, в это время уже прекратились и финансирование фестивалей, и прекратилось глобальное движение, перемещение вот танцоров друг к другу, поскольку начали закрывать границы, республики начали соединяться в свои государства. Таким образом, в такой ситуации, в принципе, можно сказать, что движение брейкдэнса, движение граффити почти что закончилось. Только в каждом стране уже тогда, в каждом городе оставались еще люди, верные этому делу, но и они в собственном соку варились, поскольку не могли в то время ни выехать, ни навестить своих друзей, и происходило просто это повсеместно. То есть скажу так, что в Калининграде осталось буквально несколько человек, которые были верными этому. Это Вайс и Макс Навигатор. В Питере это Костя и братья Мирзликины. В Москве это Колючий, Топор. Ну и так далее, тому подобное. Можно много перечислять людей, которые остались верны. Но в принципе глобального вклада в дальнейшее развитие брейкдэнса на территории бывшего Советского Союза оно завершило свою деятельность. И только где-то в середине 90-х, где-то примерно с 95-го года началось зарождение нового движения. И благодаря этому у истоков этого новой второй волны, так ее назовем, были те же люди, которые остались этому верны и которые до сих пор этим занимаются. И не только сейчас уже, в 2011-2012 году, но и люди, которые занимались в начале 90-х годов, продолжали с 80-х. Все было, опять же, обособлено. То есть Латвия уже стала, это была Латвийская республика, теперь стала Латвией. У нас началась вторая волна 95-го года. Начали организовываться новые коллективы. Начал я создавать группу, которая, в принципе, потом вошла в историю второй волны брейкдэнса и хип-хоп-культуры. В целом, на территории бывшего Советского Союза, это команда Gunbreakers. Наши оппоненты, самая сильная команда Латвии была Bottom Time Squad на базе танцевальной школы Dance of Street, которая преподавала танцы уже хип-хоп. То есть к тому времени уже на Западе образовалось уже новое направление от брейк-дэнса и вообще хип-хоп культуры в целом, как танец хип-хоп. То есть понятно, что если в Советском Союзе с завершением первой волны хип-хоп культуры в начале 90-х годов прекратилось какое-то развитие этой культуры в новые направления, в новые стили. На Западе это не заканчивалась волна, она просто трансформировалась. Соответственно, граффити перекочевало в галереи, брейкданс перекочевал на театральные подмостки, на телевидение и кино, и, соответственно, начались развиваться новые стили в танце, но которые имели базу основную, конечно же, брейкданса и вообще хип-хоп культуры в целом. Также в музыке единственное, в чем можно сказать, есть исключение, если в советской хип-хоп культуре конца 80-х брейкданс и граффити и диджеинг завершили свое, так скажем, существование, то рэп-музыка начала, наоборот, набирать свои обороты. В принципе, ее можно характеризовать так, что в 80-е годы не сильно выраженное было движение рэп-исполнителей и музыки, и MC, так таковых. Только в начале 90-х годов они начали набирать силу с большим опозданием от своих собратьев по культуре, других элементов.
И таким образом первые фестивали по рэп-музыке начали проводиться в Питере, начали проводиться в Москве. Музыканты, уже состоявшиеся, начали создавать интересные проекты, начиная от альтернативных стилей, таких как «Дубовый гай», до уже, скажем, раскрученных попсовых проектов, такие как «Белые», «Черные». Ну, в общем, не буду я перечислять. Уже многие, я думаю, и вдоль и поперек об этом всем рассказали. Что говорить о диджеинге? Диджеинг тогда начал трансформироваться. То есть элементы скретча, элементы фанка, они начали перекочевывать в другие направления музыкальные. Начался поток прихода информации с Запада. Поскольку если железный занавес рухнул, соответственно, и появились новые информационные источники. Начали приходить музыка, начали приезжать исполнители, начали приезжать различные интересные люди. И началось большое движение диджеинга бывшей территории Советского Союза. Конечно, также начались новые эксперименты в музыкальном диджей-плане. Это там и рейвы, и фанк, и большие трансформации начали происходить. И они происходили до ближайших времен. Теперь уже как бы только зафиксировалось понятие old school, foundation в диджеинге. Это как бы возвращение к корням и возвращение к той основной базе. Благо то, что сейчас, в принципе, можно найти и выкопать те пластинки, которые тогда были недоступны и 70-х годов, и 80-х. Можно спокойно взять билет и купить, и поехать в Нью-Йорк, и покопаться в антикварных магазинах, и найти очень ценный виниловый материал, и не только. Вот, это плюсы, конечно, сейчас. В то время, конечно, этого не было. Что рассказать можно о граффити? Граффити в начале 90-х годов тоже начал у нас трансформироваться в виде официальных направлений, в плане того, что начали в многих странах бывшего соцлагеря приглашать художников оформлять какие-то официальные заказы, рекламу на стенах. Клубы начались, и клубное движение бывшего Советского Союза начала 90-х и середины 90-х, она была основана, конечно, на граффитчиках, потому что аэрозольная упаковка давала возможность быстро создавать интерьер, росписи, и, соответственно, он придал новое дыхание новым стилям. Вот, например, аэрозольная индустрия заводов, они начали выпускать серию флюоресцентной краски. И эта краска как раз дала особый толчок движения, как рейв, как многие клубные жизни, где подсвеченные ультрафиолетовыми лампами краски начинали светиться. И, соответственно, это было востребовано на все постсоветском пространстве. В принципе, тогда и началось очень сильное изменение и в развитии в граффити. Уличное граффити, так таковое, оно очень медленно, вяло развивалось, поскольку не было возможности приобретения хорошей краски за приемлемые деньги. Например, в Калининграде в 93-м году компания каких-то предпринимателей молодых привезли целый контейнер американской краски, кто знаком с граффити. Это такие были краски Абра, краска футболистам рисунком. То есть, естественно, это очень низкого качества краска, но они ее продавали, эту бракованную, исписанную старую краску, по доллару. То есть, в принципе, даже для нас и тогда, и сейчас это были приемлемые деньги. То есть можно было красить очень много и в огромном количестве. Я об этой информации даже в Латвии узнал, и, соответственно, я уже приезжал в Калининград, и благодаря этому в Калининграде в начале 90-х годов я сделал очень огромную серию грандиозных работ по городу и в центре города, что и сколыхнуло, опять же, движение у молодежи увлечением граффити. И вот такими, благодаря таким вот стечениям обстоятельств происходили какие-то локальные изменения в искусстве граффити. В Москве к тому времени, в принципе, только начал развивать всю граффити-индустрию, это Баскет. Он переехал из Санкт-Петербурга, поскольку он коренной житель города на Невы, переехал в Москву, поскольку здесь начала сосредотачиваться, централизовываться, скажем, хип-хоп-культура России. Потому что сюда переехали из Питера многие музыканты, танцоры, граффитчики. Приехали с Украины люди, из Белоруссии ребята, и из Нижнего Новгорода подтянулись. В общем, все начали съезжаться в Москву, и благодаря этому начало очень сильное развитие уже второй волны хип-хоп-культуры в России. Начали создавать первые журналы по хип-хоп-культуре, это, наверное, всем уже известные, то есть не будем на этом заострять внимание.
что на самом деле очень сколыхнуло даже маленькие провинциальные районы, далеки были от Москвы, и даже там в Прибалтике многие меня спрашивали и просили привезти вот эти первые издания. Поскольку... Ты имеешь в виду Hip-Hop and Flair Press? Безусловно, да. Это журналы... 1998 года у него был. Да, эти журналы, которые, в принципе, были и недорогие, и достаточно они были актуальны в то время. И они, короче говоря, были очень интересны молодежи. Со временем уже все, конечно, потом поменялось, но... Интернет еще. Да, все уже прекрасно понимают, с приходом интернета все вообще глобально изменилось в общемировой развитии хип-хоп-культуры. С появлением персональных компьютеров почти у каждого. Ну, безусловно. Это гаджеты и все остальное, это даже можно уже не объяснять. Теперь уже в этот новый век технологий уже все люди уже по-другому смотрят просто и получают информацию. Люди, ну, кто сейчас вот увлекаются культурой, ну, назовем их молодыми, они просто не представляют, что в 90-х, до конца 90-х и в 80-х практически вообще не было ни компьютеров, ни даже там магнитофоны были не у всех. И это хорошее замечание, что действительно факт остается таким, что если чуть-чуть перенести стрелки исторических часов и провести параллели нынешние, то нынешняя молодежь, она подпитывается полностью информацией той, которую они получают извне, со всего мира. Но в то время отсутствие информации толкало и двигало людей, хип-хоп голов, на изобретение и создание собственных стилей и собственных идей и самовыражения. То есть оно было более ярче. Сейчас плеяда нового поколения хип-хоп деятелей, оно очень зомбируется и подвержено извне воздействию. То есть если на Западе они говорят о своей базе, о своей классике, то здесь почему-то никто и не догадывается, что можно говорить и о своей классике. То есть, в принципе, свое развитие во всех направлениях оно имело быть, но этому никто не отдает должного. И, в принципе, все централизуются сейчас только вокруг тех источников, которые были в Америке, скажем так, в Нью-Йорке. Хотя там тоже очень много спорного, и кто очень в этом разбирается, знает это, то он меня поддержит и может много чего об этом рассказать. Мы не будем об этом сейчас зацикливаться, не хватит на это время. Вернемся к 90-м годам, к началу зарождения второй волны, хочу акцентировать опять же на брейкдэнсе. Если в первую волну благодаря брейкдэнсу сколыхнуло все общество и изменило это общество, опять же брейкдэнс и его появление, в 90-е также все основывалось, все движение на базе брейкдэнса. Опять же в 90-е, которые молодежь пришла танцевать, они опять же потом начали и читать рэп, и диджеить. То есть те люди, которых многих мы знаем сейчас знаменитостей, они так или иначе были связаны в эти 90-е годы с основами хип-хоп культуры и тому подобное. В общем, здесь много чего можно рассказать. Брейкдэнс, да. В Риге рассказал, что основные были команды — это Gunbreakers и Eastside B-Boys и Battle Time Squad. В Эстонии очень сильная была в Таллине команда Submission. В принципе, те люди, которые были у истоков, и до сих пор они танцуют, и они на высоком уровне, и, соответственно, они достигли больших результатов в мировом признании. Россия уже, теперь уже не можно сказать о двух школах, это питерская школа и московская школа. Она основывалась, естественно, на тех людях, которые донесли эту культуру из 80-х годов, и их в Москве больше осталось, в Питере их меньше. В Питере основные двигатели этой культуры были — это Костя, который организовал потом группу Клинч Мастер, всем известную, и братья Мерзликины, которые, в принципе, как всегда на всех фестивалях держались обособленно, но при этом они часто принимали участие в различных танцевальных проектах. В Москве это была не всем небезызвестная группа Be People. Это ребята, которые танцевали на улице, и благодаря им сейчас существует традиция 1 апреля, где, я думаю, это будет уже всенародный праздник 1 апреля, праздник хип-хоп-культуры вообще в России. Хотя идея очень хорошая, поскольку она дает возможность объединению людей. То есть идея изначально была открыть сезон, то есть когда становилось тепло, что в этот день все танцоры, которые еще поддерживали форму,
приходили на Арбат и начинали танцевать, обмениваться информацией, обмениваться своими прожитыми годами, новостями и тому подобное. И потом этот час перекочевало уже нечто более грандиозное, когда приходят все ветераны движения, когда приходят молодые, и это выливается в большой интересный очень праздник. Многим с улицы это становится даже очень как-то необычно. Что теперь хорошо, что этот праздник теперь объединяет и различные те команды, которые раньше они были соперниками и почти друг с другом не общались. Даже и среди танцоров мне приходилось поддерживать контакт с разными людьми, которые не дружили друг с другом, только из-за каких-то своих амбиций или недопониманий. Сейчас это, слава богу, все ушло в прошлое. На базе Арбата, когда уже танцевал Колючий и его великая команда на улице, начали организовываться их оппоненты. Оппоненты начали называть себя «Da Boogie Crew», да, которые все уже знают так, как таковых, которые реально внесли вклад в развитие 90-х годов хип-хоп-культуры в России. В то время можно немножко рассказать о Кирилле Топоре. Человек, который, в принципе, почувствовал, когда в конце 80-х годов, что загибается вся движуха в России, ему ничего не оставалось делать, как эмигрировать в Америку. И в Америке найти сподвижников этого движения и продолжать заниматься любимым делом. Так он и поступил. Но с течением времени, сделав определенные выводы, он вернулся сюда, и благодаря этому он зажег очень много людей своей энергией, своим стилем. И я был очень рад, что его возвращению, очень рад был глобальным изменениям тогда в брейкдансе, вообще в России. И вот благодаря вот этим изменениям началась буквально повальная увлеченность хип-хоп-культурой. Da Boogie прорвались на телевидение. Bad Balance начали писать отличные тексты, начали исполнять отличные вещи. Питерская школа также начала подтягиваться. Появились рэп-исполнители СТДК и так далее, много подобных. Мистер Малой. Мистер Малой, конечно. Не обижайтесь, пожалуйста, я всех не называю. Каждому хочется услышать свое имя и что вас всех я знаю и люблю, но вы меня простите, я буду тогда лучше брать, записывать тексты, всем показывать, потому что обо всех я действительно хотел бы подробно рассказать, написать, хотя можно и свою советскую книгу написать, но в нынешний век, когда люди не читают, наверное, это уже будет как бы утопия. Мультимедийные такие онлайн рассказы, может, как сказки, они могут быть, может, даже интереснее и быстрее. Ну вот, не будем зацикливаться на этом. К тому времени, в середине 90-х годов, начался интерес и у людей-меценатов. То есть, в принципе, деньги начали вкладывать, опять же, в культуру. И на этой базе начали везде повсеместно проводиться мероприятия. Уже они назывались международные. Не Советского Союза, а в Латвии, в Эстонии, в России, в Белоруссии, Украине. Также начали проводиться эти мероприятия. И туда начали все старые школы съезжаться и соревноваться, и привозить своих новых учеников. И таким образом новые влившиеся талантливые люди начали узнавать друг друга и начали поддерживать друг с другом контакт. К тому времени уже было возможно ездить на Запад. Что происходило в то время на Западе, скажем, только хотя бы в ближайшую Европу. В начале 90-х годов все было также разрознено, непонятно. Происходила информация небольшими локальными источниками. Но Storm в Берлине открыл передачу, посвященную всей культуре. И в ней он рассказывал, как развивается и развивалась культура по всему миру. Он ездит, начал по всему миру и рассказывать, это был реальный на самом деле европейский прорыв хип-хоп-индустрии и информационный. Параллельно этому ребята, бывшие, опять же, танцоры первой волны, начали организовывать мероприятия, полномасштабные фестивали, такие как Battle of the Year, с организатором Томасом, которому респект и уважуха, да. И они даже сами вначале не подозревали, что это может вылиться потом в международный чемпионат мира, в котором будет престижно участвовать в конце 90-х годов и начале нулевых годов. Когда начало происходить такое движение, люди начинали со всего мира съезжаться и обмениваться этой информацией. Тогда глобально изменилась вся ситуация в брейкдансе в целом. Сейчас уже нормально видеть танцоров, культовых тех людей мировых,
увидеть, приехать на мероприятие, увидеть их в жюри, потанцевать с ними в кругах, пообщаться. Теперь это уже стало нормально. В то время, конечно, было это уже фантастически. И первые прорывы случились в 97-м году, когда Даб Гуги Кру устроили здесь большой фестиваль в Москве. Они пригласили тогда, уже на тот момент, знаменитую немецкую команду Flying Steps. Это была, конечно, действительно победа и достижение, которое, в принципе, они первые были в этом. И, соответственно, параллельно Влад Валов добился с различными меценатами и организаторами различных мероприятий привоза сюда знаменитых людей, таких как Ice-T, Run-DMC. Это были не... Стритбол, там Adidas, безусловно, да. Но, да, безусловно. Но это были действительно первые люди, которые что-то сделали очень глобальное и очень существенное. До них так такового ничего не происходило. Не, ну просто вот участники вот сериала, и вот назвать, что приезжал в Россию в начале 90-х МС Соляр, но он выступал где-то не на закрытой, может, еще, но какой-то такой, не, ну, без, да. Без информирования, да. То есть не стадион, а именно клуб. Хорошая эта тема. Я вам расскажу так, как прорывались различные коллективы, которые связаны были с хип-хоп-культурой в целом мировой, на территорию бывшего СССР. И это не было озвучено ни в масс-медии, ни, соответственно, никому не известно. Когда мы варились в Питере, это был 87-й год, в то время, так скажем, известный человек, музыкальный критик, и особенно у нас он популярный в Латвии был к тому времени, Артем Троицкий, он начал привозить различные неформальные коллективы и в Россию, и в Латвию. И таким образом, один раз в ДК молодежи Питера, где происходили постоянно самые центральные тусовки брейкеров, батлы между командами, и туда он привез одну панковскую команду английскую, которая для меня был шок. Мы разговаривали с ними, и они исполнили для нас песню LL Cool J. Это было, конечно, что-то нечто. Представьте, к тому времени вдруг услышать те мотивы, которые мы слушаем на каких-то затертых кассетах, и здесь какая-то живая команда выдает собственную версию этого произведения. Это было очень сильно. Но это был не первый опыт к тому времени. Впоследствии, конечно, было там и рассказы, что Salt & Pepper приезжали, и там MC Solar, да, из Франции приезжал с какими-то сольными маленькими проектами в маленькие какие-то джемы. А в конце 84 года была такая история в Питере. Она не подтверждена полностью, мне не удалось встретиться и поговорить с Futuro 2000. Тем людям, кто у истоков, они знают, кто такой. Futuro 2000 – это знаменитый художник граффити, по нынешний век он сейчас творит. Была история такая. Мой друг Юрий Лесникс, это художник, концептуалист, и он придумал вывертыши трехмерные из поролона, и который живет сейчас ныне во Франции, но в то время он жил и творил в Питере, сам из Латвии. Мы потому что постоянно так ездили, не воспринимайте, что мы должны в одном месте жить. Постоянно это нормально было перемещаться. И была история такая с ним, потому что он, когда приехал мне, Юрий Лесник, в Латвию, я начал ему показывать работы знаменитых людей мирового значения, показал ему Subway Art, культовый журнал, и он увидел Future 2000 и говорит: «Я этого человека знаю». Я начал спорить с ним, я говорю: «Да не может быть, как ты его можешь знать, он же там в Нью-Йорке творит». И хоть и наш собрат-художник, говорит: «Но как ты его можешь знать?» А у нас тогда еще был железный занавес. Он говорит: «Да он же прорвался по туристической какой-то путевке, приехал в Питер, и я увидел, что он начал танцевать на улице какие-то странные движения». И он подошел к нему и разговаривался, говорит: «А что ты делаешь?» Он говорит: «Я пропагандирую вас в Советском Союзе брейк-дэнс и хип-хоп-культуру». И для него это было очень удивление, поскольку Юрий Лесникс никакого не имеет отношения к хип-хоп-культуре, да, он слушал музыку такую, как Led Zeppelin, хард-рок и тому подобное, да. Но ему все равно стало интересно, что человек смотрит на мир совершенно достаточно нестандартно. Он ему сказал, говорит: «Давай пойдем ко мне, потому что здесь тебя сейчас милиция заберет сразу же, что этого делать нельзя». И когда они пришли к нему в гости, Футура увидел пластинку, проигрыватель. И, естественно, как для нас это показатель, что мы что-то тоже обладаем. Поставил самую лучшую пластинку, приобретенную на черном рынке. А тот ее взял и начал делать скретчи. Юрий подбегает и говорит: «Ты чего делаешь? Ты чего портишь пластинку?» А Футура сказал:
Ты не понимаешь, это скретч. Это новый стиль звучания в музыке. Конечно, тогда это звучало, он потом рассказывал всем своим друзьям, рокерам и художникам, говорит, вот какой смешной человек приезжал, что-то делал страшное с пластинками, непонятное. Потом, спустя время, все узнали вот о таком человеке и узнали вообще о этой культуре. Но вот такая гипотеза есть, точно она не имеет достоверности, поскольку нужно связаться только с Futuro 2000. Если у кого-то будет возможность, то вы можете спросите. Переговорить да, об этом. Такой факт существовал, такая гипотеза. Но могу сказать точно, что если даже это ошибка, ну хоть какой-то человек, точно он приезжал и точно это он делал. Это безусловно. Да. Что можно сейчас рассказать о к тому времени, 80-х, начало 90-х? Индивидуальные прорывы в граффити, приезд на постсоветское пространство был у людей. Оно так же было, как и у музыкантов. То есть оно было точечно. Они просто приезжали по туристической визе куда-то, приезжали, другие ходили смотреть достопримечательности, а они где-то находили торговую лавку, где видели хоть какие-то краски и шли что-то где-то делать. Такой же история и у меня самого было. Я когда начал таять железный занавес, я начал прорываться на запад с мечтой порисовать там. Первые опыты сидения в полицейских участках у меня были и там. То есть получается, что от Урала до Берлина, до Берлина вообще до Германии, я уже знаю, что это такое вот за свое творчество, и можно угодить куда, и как, и где, как с тобой обращаются. К тому времени началось очень сильно развиваться два направления в граффити. Это официальное граффити, такой полномасштабный арт, да, и бомбинг, да. Если официальное граффити, оно было точечное, где-то рисовалась красивая работа, или уходили они в галереи, выставлялись и выпускались глянцевые журналы с красивыми картинками и искусством, там и интерьеры уже шли, то бомбинг, он принимал свои сумасшедшие размахи. В бомбинге 90-х началось очень громадное развитие. Каждый старался привнести туда свою какую-то новую фишку, новую технику. И начали придумывать различные приспособления, начали придумывать исполнение техники. Там как раз-таки и появилась вот эта свобода в развитии нового направления, как стрит-арт, где использовалось все, что возможно. Начиная от взрывов краски на стенах и вагонах, заканчивая простыми валиками малярных красок на огромных пространствах. Одна из историй, когда прорвались бомберы в Латвию, было так, что они никого не знали, но они приехали с идеей разрисовать наши вагоны, поскольку они ездили, коллекционировали в разных странах свои работы. И у нас полицейская служба к тому времени уже работала оперативно. То есть не происходило так, что идет какой-то охранник в депо и, увидев нарушителей, свистит свисток, бежит за ними, рискует своей жизнью там или сам стреляет. То есть уже так такового не было. Раньше, конечно, все такое было. Они просто брали, сразу сообщали спецподразделению, которое приезжало, оцепляло весь район, и, соответственно, из которого уже выбежать и вырваться райтерам, бомберам и другим художникам было почти нереально. Так вот, по такую облаву и попали ребята, и получилось так, что еще тогда были в Германии дойчмарки, для них составили штраф, чтобы их выкупили и отпустили их в Германию, 9000 дойчмарок. То есть эта сумма сумасшедшая. То есть это был показательный такой треп для тех людей, если вы хотите... На государственном уровне такой был? Да. То есть в масс-медиа у нас сразу все сообщило, показало, что есть хорошо, что есть плохо. И это что... Да, что очень смешно до сих пор происходит. Если происходит какое-то поползновение в стрит-арте, там, в бомбинге или в граффити, и вот вообще в хип-хоп-культуре, скажем, таких... Сразу звонят и мне начинают спрашивать до сих пор это искусство или это не искусство. То есть до сих пор многие и масс-медиа, и общество не может до сих пор в этом разобраться, что очень достаточно смешно. Про граффити еще могу сказать так, что в середине 90-х годов начали производиться профессиональные краски для граффитчиков, потому что на заводы начали приглашать реальных художников для того, чтобы они разрабатывали линии. И, соответственно, начался громаднейший скачок в развитии техники и качества исполнения работ. У бомберов это появились большие флаконы
Соответственно, различные насадки, приспособления, начиная от термосов, заканчивая там магнитами для шариков, чтобы этого всего не слышно было, имеется в виду уже в продаже магазинам, да. Для художников граффити просто огромнейший спектр краски с переливами, с матовые, глянцевые, на различных основах, акриловые, нитробазы, алкидные базы, масляные базы. Соответственно, техника исполнения рванула также очень сильно вперед. И, соответственно, сейчас это продолжается, даже теперь уже выпускают краски и Белоруссия, и Россия выпускает свои линии аэрозоли. И, в принципе, это уже показатель того, что это не стоит и развивается, и очень быстро развивается. Это уже, скажем, по граффити. По моде, если мода в 80-х годах, люди постарались сами как-то придумать, изменить, переодеться, да, то мода не могла ничего предложить для стиля хип-хоп, то сейчас и в 90-е годы первые попытки открытия хип-хоп магазинов на каждом фестивале начали выкладывать какой-то стол с атрибутикой, с видеокассетами, аудиокассетами. То есть начался реальный официальный обмен и модными вещами, и брендами, и стилями в моде. Потом уже в дальнейшем в Москве такой, как всем известный танцор Марк, теперь он Борода, отпустил большую-большую бороду. И он открыл очень хороший качественный магазин на ВДНХ, где торговал всей амуницией, связанной с бибоингом, граффити и хип-хоп культурой в целом. Также и в Латвии начали открывать свои маленькие пробные магазины. Вот сейчас Александр Колосовский Малыш имеет свой магазин, тоже связанный с этим. В Питере также ребята начали открывать. Кстати, про Питер, про граффитчиков начала 90-х годов хочу отметить ребят SPP. Реальные ребята, которые внесли свой вклад в развитие 90-х годов граффити в Санкт-Петербурге. Они на Речниках открыли первый такой магазин, в который можно было приходить как на праздник, радоваться, что вот теперь есть журналы, вот теперь есть видеокассеты, вот есть кэпсы, вот есть даже ти-шортс, да, есть много чего. И можно было самому привезти на реализацию какой-то товар свой, который ты придумал. То есть, получается, можно было уже обмениваться своими дизайнерскими мыслями. Сейчас это уже полномасштабно, не говоря про интернет, что ты можешь заказать любые вещи, любой став от Японии до Америки. Это все, что связано по моде. Опять же, также можно многое, не успеваю рассказать, это тоже можно отдельно, много подробно об этом говорить. Я это повторяю, может, я буду постоянно это повторять, но так оно и есть, это действительно факт. Может быть, расскажешь вот именно свой путь. То есть вначале ты занимался и брейкдансом, и граффити. К чему это пришло да. Сейчас? Угу. Если в 80-е годы я стартанул как диджей, потом я узнал брейкданс, занялся брейкдансом, узнал граффити, начал заниматься граффити. Первые попытки в рэп-музыке как поэта и как музыканта и как исполнительный я делал с несколькими людьми различными, но сильный достаточно проект был это с Шурцом из нашего Сала Спилса, талантливым парнем, который сейчас как диджей знаменитый. У нас был в 91-м году, даже попытались мы выпустить пластинку своих композиций. Но в середине 90-х годов я параллельно с брейкдэнсом, поскольку я был причастен ко второй волне 90-х годов в Латвии, я параллельно начал развиваться как художник. Я искал поиски стилей и не зацикливался на каком-то определенном стиле, технике или шрифте. Мне было интересно привносить какие-то новшества и эксперименты в граффити. Таким образом, я постепенно начал работать как дизайнер, как оформитель декораций для концертов, для клипов, для клубов. Потом перешел в частный сектор. И первый вообще опыт мой, как дизайнерская работа в стиле даже граффити, я оформил наш неформальный клуб, где собирались, у нас была точка диджейская, где лучшие диджеи собирались. Это был город Огры, старый дом культуры. И в нем мне в 88-м году мне предложили его разрисовать в стиле граффити. Это был, кстати, реальный прорыв, когда люди уже могли видеть всю атмосферу и стиль этот в полной силе. Ну и в протяжении 90-х годов
при развитии клубов по всей стране, в Латвии и по России, я начал ездить и оформлять клубы, и казино, бары, рестораны, частные секторы по бывшему СНГ, потом уже переключился и на мир. То есть и до сих пор я продолжаю и рисовать как граффити легальное, так и нелегальное, так занимаюсь и дизайном, и оформлением. То есть, в принципе, это моя сейчас является профессиональная деятельность основная. То есть я этим живу, до сих пор танцую, до сих пор рисую я на улице. Если, конечно, не сказать, что не так часто, но поскольку в нынешний век всегда на все времени не хватает. Хотел бы сказать пару слов по поводу официальных работ в искусстве и неофициальных работ. Неофициально ничем не заменишь, прежде всего тем, что там не просто ты сам выражаешься, но ты там получаешь определенные эмоции, адреналин, который нигде никак ты по другим соусам не сможешь получить. И человек, который верен своему делу и в этом не просто разбирается, а этим живет, это объяснять и не надо, поскольку когда ты рисуешь где-то официально, ты, конечно, можешь добиться какой-то качественной техники, ты можешь добиться исполнения хорошего, да, но ты не сможешь получить всю ту гамму ощущений, когда ты творишь неофициально где-то на улицах своих городов различных экстремальных условиях. То есть это надо делать, и это будут, думаю, понимать те люди, которые занимаются действительно свободным творчеством, где человек, прежде всего, ощущает свободу. Самовыражение – это очень важно, поскольку даже любая официальность, она все равно так или иначе не может полностью похвастаться своей свободой самовыражения. Коммерческая деятельность – понятное дело, что там ты можешь обеспечить себя нужными средствами, нужными материалами и добиваться каких-то определенных направлений развития. Но я думаю, что золотая середина – это в том, что ты должен балансировать правильно, и не чтобы тебя, не, прежде всего, не съедала эта вся меркантильная точка зрения через искусство. Сейчас, если проводить параллель с 80-ми, с первой волной вообще в целом хип-хоп культуры, есть самая главная особенность и разница, прежде всего, та, что меркантильная точка зрения и взгляд на финансовую подоплеку сейчас настолько серьезен, что люди, рэп-исполнители, танцоры, граффити, диджеи, да, они прежде всего думают на одной из первых составляющих, сколько они зарабатывают, какая выгода им в этом творчестве. 80-е годы этих мыслей, поверьте, так такового вообще и темы этой так таковой вообще не было. Мы друг другу ездили в города зайцем, у нас не было денег на еду. И мы об этом не думали. Мы не сразу не бежали на улицу, чтобы заколотить денег. Мы просто приезжали, нас приглашали к себе друзья и танцоры, и просто люди. Бывали такие ситуации, это любой танцор и любой там хип-хоп деятель расскажет, что просто люди, незнакомые люди, давали тебе крышу над головой, накормили тебя, согрели, и это было нормально. То есть тогда не было ни таких вот тем, задавали, сколько ты зарабатываешь, или там, а сколько ты за это получил, а выгодно ли ты вот что-то сделал. Этого как раз не было. В этом-то и был плюс основной, что творчество развивалось прежде всего по направлению творчества ради творчества. Сейчас это обязательно в основном развивается под вот этой финансовой подоплекой. Конечно, есть группы, которые до сих пор сохранили самобытность и которые до сих пор читают вот эти принципы 80-х годов, и я очень ценю их. То есть есть люди, которые творят на улице в стиле стрит-арт, там, граффити. Также есть танцоры, которые не думают об этих вещах. Они участвуют в разных мероприятиях, не только ездят только на те выгодные мероприятия, где можно заработать денег, где призовой денежный фонд. Также есть рэп-исполнители, которые и диджеи, которые не думают, как запустить пластинку свою и заработать как можно денег. Они, главное, ездят, обмениваются опытом и показывают свое мастерство. Хочу сказать по поводу уличной культуры, стрит-арта, вообще граффити. Есть люди-вдохновители, организаторы на улице, но их много облепает людей, которые, в принципе, не развивают эту культуру, а только ее загоняют, ну, так скажем, в грязь. Что я этим и хочу сказать? Это есть понятие такое, как вандализм, это есть такое понятие, как гоп-стоп, и такие многие таких вещей, которые сейчас кажется, думают, ну как это может быть?
Да, такое есть, и иногда ты уже видишь, что в этом нету никакого искусства, да, есть только полное вакханалия, что это не очень хорошо. Я не буду тоже уделять этому много внимания, но здравосмыслящий человек об этом, то, что я имел в виду, да, поймет. Немного расскажу таких интересных ситуаций, таких очень-очень-очень много, но расскажу так вкратце, что, например, на улице интересно тем, что когда ты рисуешь нелегально, да, происходят контакты и с, понятно, с природой, и с людьми, которые тебе встречаются на пути. Бывают ситуации, когда встречаются какие-то группировки, бандиты, да, и так далее. Бывает, там натыкаешься на милицию, полицию, и вот на фоне этого происходят все многие такие истории. То есть многие знают, что там, когда попадаешь в окружение каких-то группировок бандитских, видят, а чем ты занимаешься, что ты какой-то фигня ты занимаешься, что там, о, краска, да, прикольно, о, дай мне, я напишу Феде, Васе, там. Когда ты там рисовал какую-то работу, и здесь рядом целый список, перечень их команды, это бывает очень смешно. Бывает такая смешная ситуация была, когда меня забрали в милицейский участок, мне предъявляли реальные там наказания, и пока я сидел в обезьяннике, приходят милиционеры, каждый по отдельности, чтобы другие не видели, и говорит: слушай, вот у меня бумажка, вот ручка, нарисуй для моего сына, он фанат твой. Просто я хочу, чтобы ему показать, что ты у нас здесь был, я с тобой познакомился. То есть вот такие были истории. Истории такие, что, например, из-за милицейских участков, когда меня поймали там в Бресте, или когда еще в других городах ловили, звонили моим родителям, говорят: вы не переживайте, ваш сын у нас, он скоро приедет, ждите его. И меня отправляли прямиком в Латвию, то есть в Ригу тогда еще. Ну, конечно, с родителями было уже понятно другие расклады. Когда родители уже говорили: блин, мы не понимаем, чем ты занимаешься, и ты должен заниматься, как и многим говорили, серьезным делом, там, мужским делом, идти учиться и так далее. Ну, и закрывали меня в комнате моей, поставили специально замок. Я жил на третьем этаже. И когда слышат, что там я затих, открываю дверь, а там меня нет, только записка там. Я собирал вещи и спускался и ехал в какой-нибудь другой город там, на очередной фестиваль или рисовать куда-то. То есть, говорит, не переживайте, родители. Ну, они только успокоились только тогда, когда увидели обо мне, уже начали там снимать репортажи, писать статьи. Я перевозить начал дипломы по танцам, мои успехи в этом, на этом поприще. Такая была еще интересная ситуация, например, в 90-е, когда Латвалов там организовали со стритболом мероприятие на Красной площади, когда пригласили Run DMC. Был в 98-м году. Получилось так, что мы с Баскетом и еще нашими ребятами, художниками, друзьями, нам предоставили такую честь поставить свои работы и нарисовать на сцене там, где будет Run DMC. Ну, это реально, то есть декорация для Run DMC – это очень круто, да. То есть и для нынешних понятий, ну и тем более тогда, да. Ситуация такая. На разогреве был группа Bad Balance работала. После них они должны были выйти на сцену Run DMC. DJ LA, да, всем известный, он начал запиливать, чтобы разогреть публику уже в процессе композиции Bad Balance, скретчи и сэмплы Run DMC. В этот момент мы еще также как бы онлайн для всех зрителей, всей публики рисовали декорации. Я Баскет. И Баскет уже чуть-чуть слегка накатил. Но вот это его есть минус, который я до сих пор буду показывать пальцем и грозить, что накажу тебя за это. Вдруг выбегает на сцену диджей, подбегает, ну, из Run DMC, подбегает и начинает на LA, там, who's motherfucker, там, и так далее, объяснять ему, говорит: ты чего пользуешься моими сэмплами? И схватил его за грудки, и остановился концерт. Ребята не смогли читать дальше, композитор остановился, и он начал реальную разборку. В этот момент Баскет не растерялся, говорит: блин, крыс, побежали, наших бьют, побежали со мной мочить, понимаете? То есть очень смешная ситуация в том, что, в принципе, по идее, в такой ситуации, ну, как бы можно и все это сделать. Ну, заявишь о себе, но, с другой стороны, это действительно комичная ситуация. Я лечу высоко, мадам, моя земля.
бла-бла, бла-бла-бла-бла. Я лечу высоко, подо мною земля. Йо, раз-два, раз-два. В процессе всего этого потом мы разобрались, и в конце концов, я так понимаю, что Run-DMC разрешили официально LA использовать сэмплы их группы. Это на самом деле, я не знаю, если в масс-медиа это никто ничего не говорил до сих пор, я вам говорю факт, что это такое было. Была разборка, да, что не без разрешения реальных людей, кто это создали, сэмплы эти, музыку, нельзя это использовать. Это до сих пор существует во всем мире, да, музыкальном. То вот им первым в Советском Союзе, то есть тогда уже России, да, то получилось так, что им дали реальный официальный статус, что они могли что-то использовать. Это уже, в принципе, я скажу, до этого наши рэп-исполнители или вообще хип-хоп-головы таких вещей не получали. Потом, впоследствии, уже в эти же, кстати, года признание получили и дабуги, поехав на чемпионат мира в Германию. И все узнали о русской школе, о русской группе. Когда они выходили на сцену, мне дико было приятно, что реакции зала, огромного количества людей из разных стран говорили: «О, смотрите, оказывается, в России тоже танцуют». То есть, в принципе, в большинстве стран даже не знали, что в России и была в 80-х годах школа, и сейчас они танцуют там. Этот успех после «Дабуги» удалось закрепить потом, естественно, небезызвестный топ-9 группе, которой респект и уважуха. Они сделали свое дело, делают, продолжают его. Они также и работают в театральной постановке, что, в принципе, дает им развитие на разных направлениях. Я это очень приветствую, что, в принципе, в хип-хопе должно существовать обязательно развитие. Развитие, оно необходимо всегда и во всех стилях. Если есть какое-то пожелание людям, которые вот смотрят, потенциальным зрителям, угу, то есть какой-то вот посыл да, людям. Да. Из пожеланий я могу вам сказать так. Тот, кто слушает меня, те люди, которые с этим связаны, те люди, которые только это начинают, или те люди, которые просто им интересно. Скажу так, что не думайте, что вы за это получите. Вы думайте, прежде чем что-то делать, что вы делаете, осознавайте это. И самое главное, просто творите. Не ждите какого-то результата, просто получайте удовольствие от процесса. Потом, впоследствии времени, все расставится на свои места. Были такие ситуации, что нас в 80-е там гоняли, сажали, били, много было проблем, но это нас не останавливало. Это только нас закаляло, и мы только больше начинали стараться и достигать каких-то результатов. Травмы нас также не останавливали. И в начале 90-х годов, когда ты оставался в городе только один танцор, как вот у меня было, что с 90-х годов по 95-й я танцевал один, потом примкнули ко мне новые ученики и новые сподвижники. Самое страшное было, конечно, тренироваться одному. Это было достаточно тяжело, прежде всего, внутри измениться сознанием, что ты один, ты танцуешь, но ты любишь это дело, и ты тренируешься ради этого процесса, ради вот этого ощущения. Вот это самое главное. Все остальное потом придет со временем. Если ты будешь трудиться и стремиться расти в этом, все сбудется. Самое интересное, что спустя время, если ты не будешь опускать руки, то придут и сподвижники, и люди, которые такие же имеют взгляды на жизнь, такие же люди по интересам и тому подобное. То есть самое главное, прежде всего, это заниматься своим любимым делом. И если даже ты находишься где-то на краю земли, и нет у тебя выхлопа, самовыражения, не происходит таких грандиозных мероприятий, как в каких-то столицах, в каких-то крупных городах, в каких-то развитых, обеспеченных странах, то это не должно останавливать. Прежде всего, как раз-таки те люди, которые живут где-то в провинции и на отшибе, они больше результатов добиваются, потому что они полностью свою жизнь сфокусируют на этом. В больших городах или люди, занятые постоянным крестовым походом за бабками в хип-хоп-индустрии, они не могут добиться тех нужных
результатов и тем более не могут развить так стиль, как это делаете вы в своих маленьких городах. И если вы даже один там, не опускайте руки. Это будет потом, вы получите свои плоды, своих достижений позже. Вы найдете обязательно и подвижников у людей, и много чего будет у вас. Так что вперед, не сдаваться и творите. Ну, если, естественно, вам будут интересны наши старые взгляды на новые вещи, то, конечно, давайте коннектиться, давайте продолжать наше общее любимое дело. И всем привет, всем peace. С вами был Крыс. Вот так вот. Все, пока-пока.